Керчь скорбим вместе с вами. Траурная акция проходит во всех уголках нашей страны и мира. Организованы они в Дагестане. Студенты технического колледжа Махачкалы показали свое неравнодушие к страшной трагедии. В акции приняли участие все, кого произошедшее потрясло до глубины души. Прозвучали слова поддержки родным и близким. А в завершении акции собравшиеся выпустили в небо белые шары. Событие, которое нас сегодня объединило, и печальное, и трагическое. Горе и скорбь, которая в душе каждого из нас, очень трудно передать и описать. Единственное, что мы должны вот в этот момент сделать, это объединиться и общими усилиями сказать свой категорический протест всем видам террора, которые, к сожалению, мы можем наблюдать в нашем обществе. Памятная акция пройдет сегодня и в сквере Дружбы в 17:30. Махачкалинцы смогут зажечь свечи в память о погибших и выразить слова поддержки пострадавшим в этих страшных событиях.